Дальний бокс. Смотрим ДТВ. Let's get this party started. Coming to the ring, Jason. Big Six Estrada. It's time for me to go hard as good I'm from. DJ Charlie. Ну, вот мы снова в студии, дамы и господа. На ваших экранах Джейсон Эстрада. И пусть немецкий флаг не вводит вас в заблуждение. Это, так сказать, дань уважения местной аудитории. Надо сказать, что американцы в последнее время, американские боксеры, можно сказать, даже полюбили ездить в Германию, потому что их там прекрасно принимают. Ну, надо сказать, что Германия просто стала, можно сказать, второй страной, вторым центром мирового бокса. И во многом она не уступает Америке. Такие же полные залы собираются, также зрители болеют. Ну, а так как немцы болеют за Кличко, то никто ни за кого больше, по-моему, не болеет. Даже мексиканцы за своих героев, то, что им удавалось видеть своими глазами, и то болеют тише. Вот Джейсон Эстрада уже в ринге. Я еще раз напомню, что Джейсон Эстрада и Александр Поветкин выступали оба на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, но тогда Поветкин стал олимпийским чемпионом. Александр Саша Поветкин! Вы слышали, я надеюсь, как Майкл Баффер сказал русский Витязь. Гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле, руки с ворога славные дети. И летит на крылатом коне. Ну вот и Александр Поветкин идет к рингу. Хороший в форме он находится. Именно все в хорошей психологической форме, а физически не говорю, уже сказал. Локацию видели, я думаю, там не только из Волгограда, там ползала наверняка наши, но еще раз скажу, что немецкая аудитория очень любит Александра Поветкина, и трансляции, телетрансляции его боев имеют совершенно сумасшедший рейтинг, который удивляет, даже удивило в свое время даже представители фирмы Zauron TV, они не ожидали, что немецкие зрители так полюбят Поветкина, который, скажем, позиционирует себя как чисто русского боксера, хотя с огромным уважением относится к немцам, ко всем остальным народам. Майкл Баффер, знаменитый ведущий, тоже протарил себе дорогу в Германию. Все серьезные турниры, которые здесь проходят, все их ведет он обычно. Обычная процедура. Он знакомит всех с рефери, с судьями, с официальными лицами. Давайте
потихонечку готовимся к драке. Его запатентованное высказывание. Действительно запатентованное. Никто не имеет права произносить его. В таких условиях. 109,3 килограмма. Вес Джейсона Эстрады. He now has a professional record consisting of 17 fights. 15 victories, 17. Including 3 knockouts, only 1 defeat with 1 no contest. 17 побед. 17 боев, 15 побед. Rhode Island, USA. Только одно поражение. Один бой был объявлен несостоявшимся. Из-за травмы закончился в первом раунде. Джейсон Эстрада. Это 185-186 ростов, 186 сантиметров рост. А вот и Александр Поветкин, 104,2 килограмма. Вес у него, ну да, примерно столько он весил в Чехове. Пару недель назад 16 боев. 16 побед. 12 из них нокаутом. Дамы и господа, русский витязь Александр Саша Поветкин. Ну, я надеюсь, что Майклу Баффера еще придется, Поветкин заставит его своими успехами выучить еще с десяток русских слов. А может быть, даже и два десятка. Gentlemen, last instructions were given you in the dressing room. I expect a clean and fair fight. Protect yourself through every time. Keep clean. Touch gloves. Good luck, sir. Ну, то реферис. Обычная процедура. Сказал, что хочет видеть чистый, честный бой. Поприветствуйте друг друга. Очень быстрая, надо сказать, приветственная часть на этот раз была, слава богу. Напомню, что Александр Поветкин является первым номером в рейтинге IBF. Официальным претендентом на титул чемпиона по версии IBF, коим является Владимир Кличко, которому также принадлежит пояс WBO в другой организации. Резвенько начинает Джейсон Эстрада. Ну вот он такой и был. На Олимпиаде вот такой подвижный, пластичный, с хорошей реакцией. Но это не помогло ему, не особенно помогло ему. Он так на тот момент был похуже, уже сейчас могу сказать. Просто недостаточно обучен. И он вылетел в одном из предварительных боев, проиграл кубинцу. Но обратите внимание, что насколько хорошая у него скорость в руках. И уже ясно, что бой особо легким не будет. Я очень хочу ошибиться. Видите, хорошая реакция, хорошая пластика, он пролезает как-то Эстрада под руками у Поветкина. Если атака не удалась, клинчует. Причем, я думаю, что по такой достаточно сильный физически просто. И клинчи с ним надо избегать. Вот сейчас пропустил Эстрада. Поветкин хорошо провел двойку, но Эстрада утопил челюсть в плече, и ущерб от ударов был минимальным. Эстрада не является сейчас левой боковой, потом правой, не совсем точно провел Александр. Эстрада не является нокаутером, у него всего 3 победы из 15 нокаутом. Тем не менее, он очень опасный, как вы видите, боксер.
И, как мне кажется, вот, справа попадает Поветкин. Ключ к победе над ним, победе, в которой я, честно говоря, по-прежнему не сомневаюсь, лежит в том, чтобы просто сломать его, перебить. Нормальный первый раунд. Не надо лезть, очертя голову, на опытного, такого неудобного соперника, как Эстрада. Спокойно, подыши. Саша, Саня, все побыстрее. Вытягивай его, он башкой лезет. Бей ему прямые удары, бей в грудь, не бей в голову. Он валится. И поднимай вот это, сейстеп-то, снизу. Туда справа пойдет, кстати, с уходом в сторону. И вблизи, ты хозяин, дай ему намахаться. Он заходит где-то после третьего, четвертого раунда. Пусть будет твой. Но только собранней. Саша, подними руки, Саня. Я не стал мешать вам слушать Валерия Белова, тренера Поветкина. Второй раунд. Могу только сказать, что с Олимпийских игр в Афинах 2004 года Эстрада даром времени не терял. Неплохо он выглядит, неплохо. Прямо скажем, лучше, да, немножко, чем я ожидал. Валерий Белов сказал, что он устает после третьего-четвертого раунда. Очень может быть вот такая избыточная временами активность, не как сейчас. Вот как-то даже сейчас он дергается, это же все утомляет. Ну, посмотрим. Бой. Никаких быстрых нокаутов здесь не будет. Бой дойдет и до третьего, и до четвертого, и до пятого раунда. Мы увидим, что будет делаться там с Эстрадой. Пока что можно сказать, что у него весьма трудно попасть. Что у него очень быстрые, пусть и не самые сильные руки. Он страшно неудобен. Саша честный боец, он не хотел, он официальный претендент на титул IBF, он мог бы сидеть и ждать. Но он не хотел сидеть и ждать, он хотел драться, и хотел драться не с проходными такими подставными соперниками, а с серьезными. Он хотел драться с Александром Дмитренко за титул чемпиона Европы. Дмитренко сильный. Очень крупный тяжеловес с Украины, из Крыма вообще-то. Выступал как на одном из любительских турниров за Россию, как я уже говорил, по-моему. О, хороший левый боковой. Хороший. Вот такой плотный удар Поветкина прошел. Вот такая реакция Эстрады. Говорила о том, что удар он прочувствовал в полной мере. Жаль только, что уж очень близко к окончанию раунда это случилось. Эстрада был потрясен гораздо больше, чем он хотел это показать. Но посмотрите, вот эти телодвижения, которые совершал. Вот. Ну где? Куда там бить? Но много сил тратит. Вот этот левый боковой. Еще под неудобным таким углом шел удар. Это, как вы понимаете, команда Джейсона Эстрады. И когда вот пропустил такой какой-то бабуйни, такой танец, исполнил. Эстрада.
бил себя в грудь, ну, явно неприятно ему было, явно он удара не видел. Let him see jab, Then just throw it off his shoulder. Don't wind up. Just throw it off his shoulder real quick. And bring it back quick so you're not open. I don't know. I don't understand him. He's telling me, watch out with the ice. В общем, такие общие наставления. Собственно, тренер советовал ему делать то, что он и так делает. Там сразу же выкидывать руку. Там прикрываться плечом и контратаковать. Как у нас уже третий раунд идет. Первый такой, как мне кажется, неприятный звонок для эстрады уже прозвенел в том раунде. В отличие от него, Поветкин-то бьет гораздо сильнее. Плюс еще одна вещь. Ну, собственно говоря, тут они в равном были положении. Они оба не крупные тяжеловесы и привыкли драться с людьми тяжелее себя. Опять хороший левый боковой был. И защиту против него эстрада поставил уже после того, как пропустил удар. Так, нашел, проложил путь своему левому боковому Поветкин в голове эстрады. Еще один удар был. И, по-моему, пока, по крайней мере, эстрада еще не очень понял, что ему делать. Он несколько раз подряд пропустил один и тот же удар. Видите, опять закончил атаку левым боковым Александр Поветкин. И у эстрады появляется такое, я бы сказал, слегка растерянное выражение лица. И заметьте, как подсела скорость, прежде всего в передвижении, и скорее в клинч. Видимо, нахватал в этом раунде эстрада. Сейчас, к сожалению, обрезана была картинка, не видно. По-моему, не дотянулся эстрада. А вот Поветкин попал. И пожарным порядком, так сказать, эстрада клинчует. Да, инициатором клинча является эстрада. Похоже, Валерий Белов сейчас пропустил справа для разнообразия эстрады. Ну, конечно, по мере помните, я говорил, что ключ к победе Александра Поветкина для того, чтобы переломить. Ну, это Уилфред Заурланд. Справа был вот в углу сейчас Артур Абрахам. Это Кали Заурланд, сын основателя фирмы и один из менеджеров Александра Поветкина. Саша, не бросаться. Ты слышишь меня? Начало раунда особенно повнимательно. Понял? Слышишь меня? Побыстрее, Саша, начало раунда, Саня, начало раунда повнимательнее. Ты слышишь? Начало раунда. Переднюю руку в грудь бей. После правой левой закатывай. Не кидайся. Вот один из хороших этих лево-боковых и еще один. Поветкин именно сделал ставку на то, чтобы переломить. Поветкин, тренер Белов, на то, чтобы переломить. Ну что же, не соревноваться с ним в пластичности. Там это бесполезно. Не надо вести бой в ключе выгодном для себя, а не для соперника. Ох, сейчас хорошую двойку. И на выходе еще левый боковой провел Поветкин. Дальше больше.
Сейчас промахнулся, но ничего. Еще не вечер. Очень, честно говоря, хочется увидеть нокаут в исполнении Поветкина. Опять двойка. Сейчас провел ее Поветкин, а Эстрада попытался ответить локтем. Ну вот сейчас, вот когда так сбил спесь, что называется, Поветкин с Эстрады, он стал снова похож на себя на Олимпиаде. Видите, удары стал пропускать в большом количестве. Совершенно не готов он к тому, что левый боковой Александр будет так здорово бить. Своевременно, точно. Чем дальше, видите, тем газ, тем больше уходит пластика, садится скорость. Сейчас справа снизу навстречу, точно как сказал Белов, вот он бросается, кидается, вот кинулся Эстрада и получил, прямо насел на удар правый снизу. У Эстрады сейчас уже никакого, по-моему, понимания, что ему делать, нет. Просто дерется. Просто идет вперед. Заметили, наверное, что он уже не старается раздергать так поверхность. Но уже нет сил на понты. Это хорошо, когда ты свежий. А когда уже тебя так огрели, раз 10-15 хорошо по голове, тут уже не до игрушек. Видите, берет паузы, Эстрада. Ну и такой походкой такого усталого коня возвращается в угол. Хороший эпизод. Ну там по веткам чуть-чуть перепало, но без этого уже не бывает. Но, по-моему, это был едва ли не единственный сильный удар Эстрады за весь раунд. Ну, опасный был удар. Справа такой амплитудный. Ах ты, здесь вот. Да. Встретил, причем там был опасный. Причем опасность была. Там джеб съехал в шею. А вот этот удар был четко ниже пояса. Нам его сейчас с другой камеры показали. Пятый раунд. Ну что, подсядет скорость еще Эстрады. Хорошо атакует Поветкин. Не дает он продохнуть Эстраде. Отличная двойка с акцентом на правом прямом. А Эстрада так идет и головой, и дело пахнет керосином. Он стал так прижимать горло локтем Поветкину. Такой обычный арсенал. Я даже не могу сказать, что нечестно прием, но можно назвать нечестным, что делают практически все. Да? Не объявляют же всех нечестными. Такой, скажем, узаконенный фол. Но вот Поветкин, кстати, до таких штучек, по-моему, никогда не опускался.
давить на горло там локтем, предплечьем. По-моему, рассчитывает на то, что Эстрада устанет, вот так выдохнется, совсем не приходится. Он сбросил обороты. Он стал просто вести такой более осторожный бой, караулит момент. Но мне кажется, что он... Ох ты, сейчас зацепил еще раз. Мне кажется, у него просто нет уже, категорически нет сил на лишние движения, которых было так много в начале, которые производили такое приятно обманчивое впечатление. Мне кажется, что Эстрада даже как-то намерен перевести дело последние раунды. Он опытный боксер, он уже все понял. Перерубить Поветкина ему элементарно нечем, но это, я думаю, он понимал заранее. Скорость у Поветкина. Ох, хорошо. С обеих рук, особенно слева, попал Александр Поветкин. Скорость Поветкина не позволяет ему диктовать условия. Значит, надо измотать соперника. Измотать, дотянуть до последних раундов и там посмотреть. Там ловить удачу. Ты с ним! А после начинаешь стоять. Чего? Саня, Саша, все побыстрее. Тройка пойдет, он стоячий, левый, правый, левый. Ты можешь это пробить? Можешь? Вот и бей. Посмотрим повтор. Хороший удар справа, ушел вниз. Ну-ка. На джеб насел. Сейчас Эстрада. Так, ну это уже... За пределами приличия удар был. Продолжается бой. Сейчас чуть-чуть смазано получился левый боковой, но все равно хорошо. Все равно хорошо. По-прежнему, мне кажется, что Эстрада неудобный соперник. Вот эта его пластичность позволяет ему амортизировать удары. Даже когда он пропускает удар, он все-таки видит удар, который пропускает, чуть-чуть подыгрывает головой, откидывает его там на сантиметр. И в результате далеко не полная мощь удара доходит. Ну, это отличительная черта афроамериканских боксеров. Конечно, не хватает ударной мощи Эстраде. Слава богу, что не хватает. Это очень тяжелый был бы. Совсем тяжелый соперник был бы. Сейчас пропустил он джеб Поветкина. В общем, такой силовой джеб. Не отметился. Печать поставил ударом Поветкин на лице Эстрады. Так, там у нас уже челюсть отвисает. Дышим тяжело. Так можно самому не доставать до заключительных раундов. Вот сейчас видите, как важно то, под каким углом смотришь. Там был удар по ветке, там два удара, двойка справа.
С другой бы камеры показалось бы, что удар был такой чистый, плотный. Он часто был чистый достаточно. А там было видно, что он прошел вскользь. Вот мне кажется, что сейчас эстрада ведет бой в таком экономном для себя ключе. То есть он установил скорость, на которой он может работать достаточно долго, что не очень ему сейчас помогло, и пропустил он на последнюю секунду буквально с гонгом удар. Nice job, baby. You're doing a beautiful job, baby. Beautiful job. All right. Look, what are you trying to do in the last 30 seconds? He's trying to hold on. Get close. Много раз он парировал удары по ветке на челюсти. Небезопасный прием. А теперь там я не могу последнюю тренерскую установку воспроизвести дословно, меня отлучат эфира навсегда. Ну, в общем, в переводе на дипломатический язык это примерно звучит: давай, дави. Теперь дави его. Давай, дави, громи. Ну, хорошо давить, а если не давится? Поветкин, по-моему, совершенно спокойно проводит этот бой. Сейчас попал опять справа. Только бы не начал уставать. Не должен. Это, я не могу сказать, что я какие-то признаки усталости вижу. Да? Просто все так хорошо складывается. Хочется, чтобы закончилось хорошо. Левый боковой. Ой, какой замечательный джеб. Так оставил руку Поветкин впереди, так чуть-чуть только подогнал ее. Эстрада был уверен, что он уберет руку, и сам рванулся и насел на удар. А, и сейчас, видели? Пошел вниз Эстрада, и навстречу Поветкин снизу ударил слева. Вот сейчас обменялись ударами справа. Но там кратное сейчас преимущество в попадании по Поветкину. Пускай вас не удивляет, что Поветкин до сих пор не опрокинул эстраду. Таких людей очень трудно опрокинуть. Очень трудно. Именно благодаря вот этой вот пластичности. Как я уже сказал, они даже пропустив удар, там подыгрывают, подыгрывают головой справа и слева. Хорошо пробил Поветкин. Чуть-чуть откидывают. В боксе все держится на сантиметрах. Вот и удар как бы гасится частично, амортизируется. Ну, в общем, по-моему, бестолковую тренерскую установку получил эстрада. Вот он честно ее попытался выполнить, и сейчас в результате сам оказался на грани. Гонг помог, по крайней мере, нокдауна, потому что он стал лезть вперед так прямолинейно, так, по-простому. И просто Саня,
стал находить удары по ветке на своей головой сам. Вот тебе задача. Вот ни одного удара не получить. Вот сейчас нанеси только самому. Ты слышишь меня? Ты слышишь? Левой рукой. Больше. Больше передней рукой. Саня. Сань. Не борись ты с ним. Не борись. Ты слышишь меня? Не надо вязаться. А ты шаг назад сделай к нему. Как себя чувствуешь? Саня, дух. Ну, это был тот самый момент. Саня. Помните, говорю, отменялись Саня, удары справа. Да. Саня, внимательно. Ты слышишь или нет? Иди сюда. Ты слышишь? Левый, правый, левый работай. Левый заканчивай. И дал интересно, очухался? И ты первый. В перерыве эстрада. Восьмой раунд уже между тем. Бой давно перевалил за экватор. Может быть, тренер там поменял установку. Как-то все уже было слишком просто. Дави. Тяжело. Дышит эстрада. Хорошо. Слева боковой вам справа. Ой-ой-ой. И еще один удар справа. Провел по ветке. Эстрада где-то руки держит как низковато, как будто, ну я не знаю, как будто боится, что штаны спадут, и вот он, руки должны быть близко к штанам. У Поветкина слишком хорошая скорость, чтобы можно было позволить себе опускать руки. И он недостаточно, эстрада, недостаточно хорошо защищается корпусом, чтобы позволять себе такие вещи. Ну, вначале, пока свежий был, тогда это выглядело нормально. Не, ну вот это опасно. Так. Сейчас Александр отплатил эстраде той же монеты так. Отпихнул его так в горло. Правильно сделал. Хороший, неожиданный левый боковой. Ждал чего-то эстрада. Сам не знал, чего ждет. Знал, что нехорошего чего-то. Но не знал откуда. Смотрел, по-моему, на правую руку, получил слева. Хорошо, три удара. И все в цель. Но видел удары по эстрада. И сам он, видите, так довольно... Может, довольно опасно действует головой, так вперед бодается, может бровь сорвать, может рассечение нанести. Две трети боя позади. И, как ни странно, эстрада сейчас... как мне кажется, выглядит чуть свежее, чем пару раундов назад. Может быть, второе дыхание поймал, может быть, пропустил сейчас меньше. Вот. Ну, наверное, видели, какой хороший удар нанес Поветкин. Вот, зарезал чуть-чуть экран, но все-таки откинул голову слегка. Эстрада. И не всю посылку получил в результате. Девятый раунд. Yeah.
Здравствуйте. Танец ковырялочки. Помню, как кто-то вот из американских боксеров начал вот такой танец, народную пляску изображать, и его соотечественник сделал то же самое. Смотрелось потрясающе. Нет, ну от Поветкина он дождется неответного танца. А вот таких вот атак. Перепляса здесь не будет, да, так соревнования. Я так спешу. А ты так. Нет, здесь все будет очень конкретно. Сейчас попытался эстрада нанести длинный боковой удар. Такой широкой амплитуды, если говорить о том, что он устал. Во-вторых, что он неважно стал рассчитывать дистанцию. Снизу сейчас Поветкин его слегка огорошил. Ну вот выстрелил разовым ударом. Эстрада. Ох, как мне не нравится вот это вот. Голову оставляет так. Как так можно травмироваться, вот, если налететь на нее? Очередная серия Поветкина. Уверенная, спокойная. Очередная двойка. Еще слева добавил Александр. Но как все спокойно принимает эстрада. Ага, сейчас опять ушел вниз. И Поветкин уже присмотрел это его движение и поставил туда левую руку. Насадил просто. Как на шампур. Вот голову. Потом еще добавил. Так. Эстрада. Ищет отдохновение в дружеских объятиях. Раунд он дотянул до конца. Сядь. Ну ладно, сядь. Садись, подыши. Саня. Сань, ты можешь спокойнее просто работать. Ты знаешь, вот у тебя идет вот тройка, ты идет, он стоит. Раз, два, три. Выкинь, просто выкинь, не надо бить. Ты слышишь? Ты слышишь? Слышишь меня? Ты слышишь или нет? Вот. Да нет. Левый, правый, левый. Здесь настроение потяжелее и забот побольше. Water. Ну что, 10-й раунд. Обменялись рукопожатием. Последний раунд. Ничего сейчас не происходит, так спокойно начался. Ага. Но недолго продолжался спокойный раунд. Ну. Эстрада, по-моему, просто хочет закончить бой на ногах. Нет у него уже никаких честолюбивых
мечтания о победе, о фуроре. Вот сейчас опасно так. Обманул чуть-чуть эстрады, но провел джеб. Это не смертельно. Там ниже пояса попал. А, хорошо сейчас выдержал паузу эстрада и контратаковал. А сейчас еще лучше достал его по ветке ударом слева. Очень устал эстрада. Хорошо, хорошо. Два или три удара даже провел по ветке. В какой-то момент эстрада просто на автопилоте действовал. Сейчас пробил справа эстрада. Очень неважно пробил. Но это все, на что его хватило. И как-то с налету левым таким снизу сбоку огрел его. Слово не могу найти. Поветкин. Тяжело так удар пришелся. Сейчас правый чуть сверху, но пригнул голову эстрада. Последние секунды боя. Ох ты, какой удар справа провел эстрады и тут же расплатился за это. Слева пробил Поветкин и развил атаку. И в результате ему досталось куда больше, чем Поветкину. Все. Закончен бой. Никаких неожиданностей. Ни одного раунда не выиграл эстрада, на мой взгляд. Ну, один раунд можно какой-нибудь было бы дать так. За храбрость. Один-два раунда. Ну, это и так, номинально. Кали Заурлан поздравляет Поветкина. Здесь, по-моему, просто рады, что все закончилось. Ни одного шанса на победу у эстрады не было с самого начала. Видели, как головами столкнулись, причем мне кажется, что не совсем непреднамеренно со стороны эстрады это было, но не буду утверждать, что чтобы не получилось так, что да, знаете, что наши всегда бьют там головой нечаянно, а противники всегда нарочно. Видели, как убирает голову эстрада? Благодаря этому он спасся от нокаута в этом бою, потому что пропустил он очень много ударов пропустил. Ждем официального объявления победителя. Формальность чисто в данном случае. В зале много наших. В Дюссельдорфе не самая большая русская диаспора. В Берлине, потому что ползала собралась. Ну и судейское решение. 99-94. 98-92. 97-93. 97-93. Все. Still undefeated from Chekhov,
Russia. Все отдали. Русский витязь. Что здесь? Глаза свои отдали по ветке, но даже мне показалось, что тот судья, который 97-93, просто немножко пожадничал. Три раунда никак Эстрада не выиграл, по-любому. Ну, 1-2 раунда так еще, куда ни шло. Ну, на самом деле, это не принципиально, как вы понимаете. Важно, что Александр показал, что он восстановился после травмы, которую получил в конце прошлого года, из-за чего сорвался бой с Владимиром Кличко, когда он наступил на корень и порвал связки. Он полностью восстановился, он проверил себя боем, проверил себя в бою. Он понял, что, так сказать, не просто восстановился, по-моему, стал лучше, чем был в своих последних боях до травмы. И что? Jason, you had a quite good start, but then Alexander set you under pressure. Хорошо начал, но wasn't enough tonight. Потом стал давить на тебя, Александр. He moves back a lot better than I thought he did. As far as the power, wasn't really there, but he can move back really good. Я понимал, что не нужно нокаут, чтобы выиграть. Other than that, you know, it was a good fight. You know, I thought it was a little closer, but был хороший. Things happened. After round six, your father said, if you want to win now, then do it now. Yeah. What was the problem? Сказал, что после 100 раундов, если хочешь выиграть, давай. You know, I kind of went away from it because I caught him a couple of lead right hands, and I thought it was getting easy, but then he kind of figured it out, and he started to jump back in and throw little punches on the inside. Ну, он встречал, бросал там, не все, так сказать, честно говоря, разобрал, что сказал Эстрада, у него какая-то такая очень горячая, очень интересная каша во рту, как будто бы. Так он говорит. Ну, про Кличко, конечно, вопрос. Verstehen Sie es nicht? Wir versuchen es nochmal. Geht es jetzt mit dem Dolmetscher? Nein, kein Sound. Müssen wir es ein bisschen lauter drehen? So, 1-2, 1-2. Wir versuchen es nochmal. Jetzt funktioniert es? Nein, er hört immer noch nichts. Ja, dann gehen wir erstmal zu Waldemar Hartmann, bitte. Ну, давайте, я думаю, сейчас позову переводчика. Все вопросы будут, конечно, вертеться вокруг Кличко, с которым Александр должен встретиться в этом году. Он официальный претендент на титул, которым владеет Кличко. И я не вижу, честно говоря, как этот бой может не состояться. Так, ну мы не услышим, к сожалению, что сказал Александр Поветкин. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Поздравим нашего замечательного тяжеловеса с победой. В эфире с вами был обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Александр Беленький. Всего доброго, до новых встреч на нашем канале.